Здравствуйте, дорогие товарищи, коллеги, комрады по нашему хобби моделизму. Продолжаю сборку и покраску автомобиля ГАЗ-М1 фирмы «Звезда». Что хочу сказать по данной модели? Фирма «Звезда» очень порадовала этой моделью. Довольно-таки хороший пластик обрабатываемый. Очень понравилась стыковка деталей. Следы толкателей, питателей спрятаны полностью внутрь. Очень хорошая стыковка модели. Да и вообще, можно сказать, модель очень шикарная, за что можно еще раз поблагодарить фирму «Звезда». Побольше бы таких новинок, побольше бы таких моделей. Очень-очень хорошая, достойная модель. Вот, ребята, хочу обратить внимание на такой момент, как стыки на крыше. Уже несколько раз их шпаклевал, но все равно следы были видны. Вот, ну, сейчас вроде бы сделал. Надо пройтись 2000-й наждачечкой, сгладить все швы. И надеюсь, такой косячок, как видел у многих на данной модели, не вылезет после покраски и у меня, как шов. Вот также стекла заклеиваю скотчем от фирмы Tamiya. Видел некоторые видео, где стекла делали клеем BF. После снятия этого клея я увидел, что стекла очень сильно портятся. Также хочу сказать, иногда для маскировки стекол и триплексов на технике я использую Patifix. Также иногда Patifix использую при покраске колес. Но, надеюсь, в других видео вы это увидите. Будем продолжать нашу сборку. Всегда рад выслушать советы, подсказки, какую-либо помощь. Также готов ответить на какие-либо вопросы, оказать помощь по сборке, покраске. Задавайте вопросы, спрашивайте, делитесь своими советами, мнениями. Спасибо вам за просмотр. Продолжение следует.